Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задача 1038. К задаче прилагается рисунок. Исходя из этого рисунка, можно построить такой чертеж. На этом чертеже BC – это башня. CO – это высота горы. А – это предмет. BB1 – это уровень горизонта. CC1 – это тоже уровень горизонта. И OA – это уровень земли. Запишем «дано». Тогда прямая BB1 будет параллельна прямой CC1. А прямая CC1 будет параллельна уровню земли OA. Угол B1BA равен 60 градусов, а угол C1CA равен 30 градусов. И нам нужно найти, исходя из нашего чертежа, нам нужно найти OC, отрезок OC. Итак, угол B1BA равен 60 градусов. А поскольку угол B1BC – это у нас угол между горизонтом и башней, этот угол, конечно, прямой, тогда отсюда угол C1BC будет равен 90 градусов минус угол B1BA. Тогда угол C1BC будет равен 30 градусов. Угол BCC1 – это, конечно, угол прямой. Тогда мы можем вычислить угол BCA. Угол BCA будет равен сумме углов BCC1 плюс угол C1CA. BCC1 – это угол у нас прямой, плюс угол C1CA по условию у нас равен 30 градусов. Тогда угол BCA будет равен 120 градусов. Тогда в треугольнике ABC нам известно тогда два угла, и мы можем вычислить третий угол. Третий угол – это угол BAC. И третий угол можно вычислить, исходя из того, что сумма трех углов 180 градусов, значит, BC будет равен 180 минус угол BCA и минус угол ABC. Тогда он будет равен 180 градусов минус 120 градусов и минус 30 градусов. То есть он будет равен 30 градусов. Получается, что треугольник ABC, в этом треугольнике у нас два угла по 30 градусов, значит, треугольник ABC является равнобедренным, и в нем напротив равных углов лежат равные стороны. AC равно BC. И поскольку BC по условию у нас это 100 метров, значит и AC тоже равно 100 метров. Теперь рассмотрим треугольник OCA. Этот треугольник тоже является прямоугольным. И в этом треугольнике мы можем найти угол CAO. Угол CAO и угол C1CA являются накрест лежащими углами при пересечении двух параллельных прямых CC1 и OA, секущей CA. Раз эти углы накрест лежащие, а прямые параллельные, то углы равны. Значит, угол CAO тоже равен 30 градусам. Получается, что в прямоугольном треугольнике напротив угла 30 градусов, вот этот угол 30 градусов, лежит катет ОС, и этот катет равен половине гипотенузы.
И тогда мы можем вычислить ОС. ОС будет равно 1 второй от 100. Или будет равно 50. Тогда запишем ответ. Высота горы составила 50 метров. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения и пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.